праздники уходят в глубокую древность. Проходят года, столетия, тысячелетия. Но эти наши замечательные праздники и традиции остаются, меняя с годами только свою окраску. И вот сегодня мы здесь, наша община, собралась в этом уютном зале Кихила-центр для того, чтобы отметить очередной праздник. Праздник света, праздник огней, праздник чудес, которые совершаются. Это праздник Ханука. Мы хотим пожелать вам, дорогие друзья, радости, веселья, чтобы в ваших домах всегда звучал детский смех, и чтобы в вашей жизни почаще случались ханукальные чудеса. Хаг Самея, с праздником! Спасибо. Аплодисменты, пожалуйста! Спасибо! Перед началом нашего праздника я бы хотела от имени нашей общины, от имени нашего рабая, президента и всех поблагодарить наших всех женщин и волонтеров, Аду, нашего председателя женского комитета, за то, что они приложили свой труд и накрыли такой стол наш красивый. Большое им спасибо, еще раз аплодисменты. Адочка, тебе лично. Спасибо большое, здоровья тебе. Чтоб ты долгие годы еще главенствовала. Дорогие друзья, я сейчас хочу предоставить слово для зажжения первой свечи нашему уважаемому, молодому еще, но уже достаточно показавшему, что он очень много умеет сделать, и поэтому глубоко уважаемый наш духовный лидер, рабай Яков Малаев. Встречаем! Ваши аплодисменты, пожалуйста. Спасибо. Ханука самеях лекулям. בשם יחוד קודשה ולכבו שכנתם ביתכם ולכים ליחידה שמיוקה ובאוקה ביחודה בשם שם כל ישראל. הנה אנחנו באים לקיים מצוות רבותינו זכרונם לברכה להדליק נרות חנוכה כמו שתיקנו חכמינו זכרונם לברכה. לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו ויעלה לפניך כאילו כיוונו בכל הכוונות היו לכוון בזה. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כולנו עלינו מעשה ידינו כולנו. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כולנו עלינו מעשה ידינו כולנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. מזמור של חנוכת הבית לדוד. ארוממך אדוני כי דיליתני ולא שימחת אוהבי לי אדוני אלוהי שבעתי אליך ותרפייני. אדוני אל תמישון נפשי חיתני מהר דיבור זמרו לאדוני חסידה ועודו לזרוקות שום כי רגע בא פה חיים ברצונו
בערב אני בחבל לבוקר הנה ואני אמרתי בשלבי ואני מאוד עולם עוד נעביר צומחה אימטה להרי אוסדר תפן לך הייתי נבהל אליך אדוני אקרא ואל אדוני את חנן מה בצע בני מבירתי שח אדוני אתך אפל מדי חשמה אדוני מכונני אדוני יעוזר לי הפכת מספדי למחולי פיתחת סרקי ותן לשמחה למען יזמרך חבות ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודקה חג שמח לכולם שנזכה לשנים רבות נעימות וטובות זיות שבים וכאן נשבים תודה רבה וחג שמח עכשיו, конечно, у нас есть духовный лидер но ни одна община не обходится без светского лидера и, конечно, я с удовольствием с вашего разрешения хочу предоставить слово нашему неизменному лидеру светскому, президенту нашей общины Лене Исакову. Ваши аплодисменты встречаем, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Хаг Самеах. Дай Бог, все свечи, которые зажгли вы в своих домах. Эти ханукальные свечи, которые были зажжены сегодня здесь, чтобы они все эти свечи принесли радость, счастье, здоровье, благополучие, исполнение всех ваших желаний. Аминь. Благополучие, спокойствие и мира нашему Израилю. Аминь. Спасибо. Я хочу поздравить всю нашу общину с таким прекрасным праздником, как Ханука, чтобы у всех в семьях было благополучие, чтобы детки наши радовали, и, конечно, нам нужно еще побольше помещений, потому что мы уже не помещаемся в таком маленьком помещении. С праздником еще раз, и хочу персонально поблагодарить всех людей, которые всегда как бы являются за кадром. Это наша десятка. И остальным всем волонтерам, которые нам сегодня помогли, большое всем спасибо. Я сейчас буду называть фамилии. Пожалуйста, эти родители все выходят сюда на середину. Якубовы Сандра и Рома. Пожалуйста, Якубовы Сандра и Рома. Рубиновые Юля и Игорь, сюда, на середину. Рубиновые Игорь и Юля. Рубинова Элона. Давыдовы Элла и Миша. Давыдовы Александра и Миша. Всех, кого называем, уходите сюда. Давыдовы Анжела и Эли. Гавриелов Рафаэль с супругой. Мы хотим поздравить вас от имени всей нашей общины и пожелать, чтобы эти ваши девочки в дальнейшем, наши маленькие принцессы, росли вам на радость и были счастливы. Амин всем. Пожалуйста, Леня. Музыку. Мазал тов. Всем мазал тов. Давай музыку. Приглашаю сюда, на середину, тех счастливых родителей, обладателей маленьких принцев, тех, кто, у кого пополнение мальчики, пожалуйста, сюда, на середину. Айрон, Юля и Сёма. Айрон, Юля и Сёма, семья. Якубовы, Рахель и Исраэль. Пожалуйста, Лёня, поздравьте всех. Поехали!
только местные объюбования. Гуляют вся семья и близкие друзья, не обрывая глаз и на тебя смотря. Мой синучий горит глаза, улыбку позабыть нельзя. Мое счастье все нужно вечно, пусть Дуля, ты мой баба. Большое счастье быть мамами и папами. Но, наверное, нет еще больше счастья, когда ты принимаешь такой титул, как бабуля и дедуля. Как у нас говорят, кирысу и кирысу и розово. А особенно счастливы те, которые в первый раз принимают этот титул. И я с удовольствием сейчас приглашаю сюда тех, кто впервые получили это почетное звание бабушка и дедушка. Пожалуйста, сюда к нам. Аминовой Любой и Аркадии, у них родился внук. Аминовой Любой и Аркадии, я не знаю, они здесь или нет, но anyway, я их называю. Давыдовой Жене и Славик, поздравляю вас с внучкой, сюда, пожалуйста, на середину. Ольга и Беня Клайн, у них родилась двойня, двое внук и внучка. Но их сейчас нет здесь с нами. Абрахам, Мирьям и Давид, у них родился внук. Да, ребята, ко мне. Поздравляем вас, уважаемые Агилы, с рождением очередного внука. Это не первый и не последний. Без радости, чтобы вас было еще много. Сейчас мы хотим поздравить тех, кто прибыл, как если мужчина, они бы сказали, в нашем полку прибыло. Женщины бы сказали, тоже в нашем полку прибыло. Это те, у кого была бар-мицва и бат-мицва. Пожалуйста, приглашаю Калантарова Эден с родителями. У нее была бат-мицва. Хорошо. Прежде чем мы будем дальше веселиться и танцевать. Жить без тебя я не могу. Я понял, что с ума сойду. И что одну тебя люблю. Стой, ну погоди меня, постой. И будь уверен, что я твой. Yeah.
Что сказать тебе? Нежные слова. Ты самая, ты самая любимая, ты самая, ты самая красивая, желанная, и в целом мире для меня одна. Желанная и в целом мире для меня одна. Дорогие друзья, кто не знает медовика Эдуарда Бурьева? Наверное, все знают в нашей общине. Но я хочу сказать, что он по совместительству не только у нас медовик, но и гитарист, и еще и певец. И вот сегодня он со своими друзьями, которые, как я уже сказала, являются профессионалами, решил порадовать всех нас своим искусством. Yeah.